столкновении универсала и хэтчбека на улице Надибаидзе пострадал маленький ребенок. Авария попала в объектив видеорегистратора. На записи регистратора, установленного в машине очевидца аварии, видно, как Honda движется в направлении Диамида. С прилегающей территории дома номер один выезжает Калдина. Дима, тормози. Да что ты дергаешь? Да тихо ты, я дергаюсь. Идиот. Идиот, а вот на белой машине, который. Идиот. Вот нормально, не то. Что было вылетать под колеса? Там ребенок, что ли, сзади? Водитель Калдин рассказал, что не заметил автомобиль, идущий по главной из-за поворота. Когда иномарка попала в поле зрения пенсионера, тормозить было уже поздно. То есть вы со двора выехали? Я со двора выехал, а он ехал по центральной дороге. В момент столкновения водитель «Инсайта» вез двух пассажиров, жену и дочь. Молодой человек рассказал, что, несмотря на детское кресло, ребенок ударился головой. Скажите, пожалуйста, скорость у вас какая была примерно? Максимум 50 километров. У меня был ребенок в машине, я много не езжу с ребенком. Как думаете, что могло произойти, почему водитель не заметил вас? Я предполагаю, что он просто перепутал педали, газ с тормозом, потому что после удара он сразу же заскочил на косогор. В результате столкновения машина разбросала по всей проезжей части. На прилегающих улицах начала образовываться автомобильная пробка. Повреждения автомобилей очень серьезные. Оба участника ДТП уедут на эвакуаторе. Также страховые выплаты, скорее всего, покроют причиненный ущерб. А стоит отметить, что свою вину хозяин Калдины признал сразу, поэтому водитель Хонды сейчас рассчитывает на получение автостраховки.